Да, Боря. Боря, да, 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 я получил эти СМС-ки. Я иду, как я сварил, но тут сварил. Семь машин со строительным мусором, там песок, с камнями, с блоками. Вот. И сейчас вызвали милицию, она уже полиция. И они только она уже полиция. А так мы сегодня уже звонили целый день. Милиция что делает? Он стоит, что творит? В этом, ну прям на сосны или нет, со стороны, где это заправка, со стороны Мошкинского шоссе. И все это, видимо, делает одна и та же организация ДНП «Мечта». Да. Просто мимо расстроили. Ну где заправка? Вот они прям въехали у светофора, накатали здесь уже дорогу этими машинами. И прям в лес начали сбрасывать. Да вообще они просто ошалели. Вот водитель. Да ничего не говорят, он ушел в это, ну, закрылся и говорит, я никто и ничего. У меня там куча начальников. Да, да, там кто? Ну, это у себя был? Да. А, ну вот это, ничего. Хорошо. Очень, да, быстренько уже собрались и еще подойдут. То есть очень много. Ну, желание, проверим сейчас. Пока. А у тебя там интернета не плюет? Ну и нормально, хоть там отдохнуть. Давай, Боря, удачи тебе. Пока. Пока. Просека уже целая. Мечта? Ну я же говорю. ДНП «Мечта», правильно? Да, да. Ну, правильно, я же сразу сказал. ДНП. А у нас с ними судебное разбирательство, они вообще не имеют. Им сейчас запрещено до окончания судебного этого проводить. Любые работы, ребята. Аня, как у нас телефон? Они начали пробовать лес и застраивать его пытаться. Это вот со стороны мойки. Да, вот как бы заправка, мойка, и потом вот так направо, вот эта малинка построили. Сейчас архитектура им запретила, никаких документов не выдавала. У них в проекте вообще здесь ничего нет. Ничего нет. Сейчас кто поедет? Да, поедем сейчас. Я перепишу данные. Да что, там же это «Мечта», я говорю, мусор здесь свалил. Как мои данные? Строительный мусор. Камни кирпичи, плиты, бетон, асфальт разбитый, бетон. Ну и кто так? Где ваши? А вот вы мне свои где ваши? Покажите, а я вам свои. Ты переписал? А кто-нибудь есть желающий? Сейчас подъедем, мы подъедем туда сейчас. На это? Ну это вот здесь, да, да, вот у нас правильно. Да, 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 сейчас посмотрим. Ну что, мы тогда на Камазе? А это не только этот, там их было несколько. Их сегодня еще два выявили. Ну, судя по кучам, пять КАМАЗов приезжали. Даже все. А тут еще две, да? А, он еще не выставил. У него там есть? А, он выставил. А, значит, семь, да. А три чем? Три машины. Я знаю, прямо этот запор, потому что нам надо попробовать. Да, давай. ДНП «Мечта». Слышали, да? Да, он сказал, что он из «Мечты». Из «Мечты». Так я его видел, но я уже приезжал, я его сюда. Да, сейчас я его сюда. Да, да. Кто-то с телефона, вы с фотоаппаратом с нами поедете тогда в опорный пункт. Давай тогда сейчас Женя подъедет, вчетвером поедем. Женя, я, ты и Алфа. Да. Чего мы ты? Меня записала. Ты что тебя записал? Да, Женя дойдет, у нее ноги болят. Идемте дойдем. Ну, вас довезут, а мы сами. Ну ладно, а вы тогда дойдите. Да, сейчас Женя подъедет. Все, идем в опорный пункт. Да, потому что с фотоаппаратом они говорят, это сняли.
сняли, они пленку сделают. А я сегодня не сказал. Сейчас погрузят, он горячий, вот этот хрень горячий.